Вместо примеров и уравнений на классной доске – отрядный уголок. Вместо школьной формы – удобная спортивная одежда. После окончания учебного года жизнь в школьных стенах не заканчивается. Привычные уроки и перемены сменяются интересными отрядными делами и увлекательными событиями в пришкольном лагере. Если называется пришкольный, это только место обитания. Да, мы сюда только с утра приходим, и в течение всего дня мы находимся практически везде. Дети не только отдыхают, но и отдыхая развиваются. На квесте в честь Дня защиты детей школьники смогли посмотреть познавательные мультики о правах и обязанностях ребенка, поучаствовать в викторине, посвященной чемпионату мира, и порешать математические задания. Программу квеста совместными усилиями составили педагоги и вожатые – ребята из старших классов, которые решили попробовать свои силы в работе с детьми. Каждый ребенок в отряде – это уникум. В каждом ребенке есть своя особенность. Каждый ребенок также большая загадка. И мне очень интересно подбирать ключик к этой, чтобы разгадать его, чтобы он расцвел, чтобы он раскрылся лично, чтобы ему понравилось, чтобы он получал знания, чтобы ему нравилось общаться с детьми. Старшие ребята учатся находить подход к детям и занимать их свободное время интересными играми. Сами малыши тоже могут дать много полезного своим уже повзрослевшим наставникам. Благодаря работе в пришкольном лагере Андрей Маслов освоил непростое дело – работу звукооператора. Мы становимся одной большой дружной семьей. Дети начинают меня любить. Даже вот я всего лишь неделю работаю, уже дети меня полюбили, уже общаются, радуются, когда я прихожу. Впереди у ребят смена, наполненная интересными экскурсиями, спортивными соревнованиями и другими яркими впечатлениями. В плане мероприятий лагеря «Галактика» находится место и познавательным кружкам, среди которых математика, конструирование, информатика и окно в природу. Дарья Цапарыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.